Коллекция 20 века. В художественном музее представили экспозицию медальерного искусства. Серебро, бронза и алюминий. На кругляшах – оттиск распавшейся империи. За стеклом – работы лучших авторов. На аверсе – Ленин и Марс. С другой стороны – лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Эту медаль Степанов сделал еще при жизни вождя страны Советов. В металлическое окружение заключены портреты мировых деятелей науки, культуры и искусства. Здесь же политики. Отдельный раздел посвящен Великой Отечественной войне. Я бы мог здесь и занятия по истории проводить тоже, в том числе вот советского периода, потому что очень много событий знаковых, которые и в памяти вот нашего поколения, вот те же полеты в космос, освоение целины. Эти 308 экспонатов Дмитрий Черняков собирал несколько лет, заказывал в интернете, скупал на аукционах. Что-то привозили друзья после зарубежных поездок. Мне больше всего нравится период вот именно 70-80-е годы, когда какая-то оттепель уже пошла, вот в середине 60-х даже, и уже стали медальеры работать иначе. То есть выполнять задачи гораздо точнее и, наверное, все-таки изобразительно тоньше. Уникальная коллекция даст фору экспозициям столичного музея. Портретный, пейзажный, индустриальный жанр. Это самое богатое собрание советской медальерики в Беларуси. Ретроспективу оценили даже в России. Накануне прошла выставка в Москве. Окунуться в прошлое можно в художественном музее. Выставка останется открытой для гостей до Нового года. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.